Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в видеоконференции, которую провел председатель правительства Дмитрий Медведев. Премьер-министр России отметил, эта важная тема находится в зоне особого внимания членов правительства и депутатов Государственной Думы и, естественно, региональных властей. Некоторые губернаторы просили смягчить условия предоставления бюджетных кредитов. Постановление правительства на эту тему было подписано. Причины, которые создают напряжение в региональных финансах, хорошо известны. Они связаны и с низкими ценами на сырьевые товары, и с замедлением общеэкономического роста в стране, из-за которого происходит сокращение поступлений по основным региональным налогам. Налогу на прибыль, налогу на доходы физических лиц. И целый ряд других причин, в том числе, конечно, и региональных, отметил Дмитрий Медведев. На совещании было отмечено, что регионам необходимо осторожнее относиться к новым заимствованиям, не допускать роста задолженности и активно работать с расходной частью бюджета.